Мурчашка. Мурчашка, мурчашка. Да. Вот она ела. Полный экран. Да, у Евы лапы и хвост это все. И зубики, еще ейные документы. Да, девочка? Ты моя ласточка. Вон реснички у нее такие длинные, желтенькие. Длиннючие. У всех длинные ресницы. Красивые. Пока у нас особых новостей нет. Вот. Мартин-то сейчас ждет маму Оксану, свою любимую. Вчера с Оксаной мы ему дали, простынку. И Оксана на него одевала, как платочек. И он сегодня, я смотрю, и вчера у меня на видео есть, потом выставлю. Он одевает себе на голову, как платочек. Мячик ему положили, он все так с интересом рассматривает, играть начал, Нормально Мартин Оксану принял, с ней обнимается, целуется, дозу свою счастья получает. Практически каждый день от нее. Да, Оксана каждый день приезжает. Да, тоже наш волонтер. Сейчас она приедет и покажет вам, как они целуются, обнимаются, если сегодня у Мартина настроение будет. У него всегда есть. А каждый день она к нему сейчас заходит. Он ждет ее, прям не дождется. То есть все, любовь, морковь. Да, обезьяны, они выбирают себе хозяина. И все, и потом уже к этому хозяину никого не подпускают. Сами пользуются. Вот она моя ласточка. Евочка. Пупунечка наша. Золото. Да. Желатинка. Че, пойдемте сходим до Атосика. До Атосика нашего матросика. Лежит в сене. Масипунечка, пойдем. Пойдем, мой золотой. Пошли. Пойдем в помещение. Так. Сейчас мы сходим то-то через Мартина. Так. Давай. Опа. Сейчас посмотрим. Ну, может, это Оксана уже приехала. Нет, мяско еще не показывала. Так, вот она наша рыжежопая обезьяна. Да. О. Что такое? Ты угрожаешь? Мартюшка. Где у тебя косыночка? Мне тоже немножко привык, уже не так кидается. Ну, сегодня утром мы с ним нормально пообщались. Вон косыночка. Ну. Мартин, давай, одевай тряпочку на голову. Мартин. Пошел. Как Оксану тебе вчера показала? Пошел. Смотрит, кто там заходит. Мартюшка. Оксану ждет. Ну, ждет меня. Выглядывает Оксану, Мартин. Прекрати. Ну сиди. Хорошо так сидел. Давай. Улыбнись. Что ты пальцем пытаешься телефон у меня отобрать? Застает пальчошки свои шаловливые. Пытается забрать телефон у меня. Давай. Вот так вот. Вот так вот. Обзяшкин. Смешно. Угу. Более шелковистая шерстка стала, питание хорошее у него. Такой был обдергайчик, а сейчас такой гладкий весь. Не Максим надо. Говорит, что он очень мягкий, нежный, такой, говорит, приятный. Очень шелковистый. Чё такое? Чё? Пытается телефон у меня тындрить. Да, по Танзании мои золотые, пока ничего нового. Пока мертвая тишина. Там идет тоже борьба с бюрократами. Так что пока сидим на попе, ровно ждем. Что такое, Марти? Кто там? Чего там, кого там? Чего? Бзяшкин. Передвигается туда-сюда. Что такое? Ой, ладошечка зачесалась, да? Ты уже гранат съел, все съел, да?
что там Мася сидит. Да, Мсяха там сидит. Что-то там дохрумкивает. Орешек, что ли? Дохрумкивает. Обзяна. Мартин, ты слышишь, тебя тетя Марьям зовет? Крикни. Че, тетя Марьям? Я, да. Да, уши у него зачетные. Такая форма, да, прикольная. Он эльф. Мартин эльф. Туда мы, сюда мы, туда мы, сюда мы. Ёшки-матрёшки. Да я не успеваю за тобой, ё-моё. Кружится у меня сейчас. Голова закружится. Высматривает. Тётя Оксана сейчас. Юля даст ему морковки. Вот, скажи, тётя Марьяна чистила, нарезала. Вот. Ну, тётя хорош. Юля принесла, кушай. Дала. Кушаю морковочку. Он любит морковку очень. Угу. Муха Алёси. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Вкусняшка. Ой, сейчас тебе еще йогурт. Творожок там. А? Не, нормально. А, на меня-то не знаю он, на меня. Я к нему не пристаю, короче. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Мартюшка? Не хуже Эшли. Ага, взял. Да не бойся, не заберем у тебя. Кушай. Все морковки, чтобы никто у него их не спенькал. Кушай. Да. Твои морковки, Марти. Кушай. Фокус потерялся. Потерялся фокус. Сидит. Хрумкает. Марти, ты что-то бдительность потерял совсем. А? А сейчас Оксанка придет, ему даст побольше. Мне кажется, сейчас пока творог ему надо дать. Хомячит. Что-нибудь да хомячит. Ну да, он йогурт с утра, что-нибудь такое. Ков скоро начнет просить. Кушай. Твоя морковка, кушай. Давай ешь. Как мы у тебя через решетку-то заберем, Артюх? Жопка не вышла. Ай, не страшно. Голова, чтобы разлетелся. Не, малость, сдвинь по центру его. Дай мне не обязательно жопу. Я лицо, наоборот, хочу поближе. Мартин. Мартюха. Кушай. Ням-ням-ням-ням. Не реагирует даже. Так увлечен своей морковкой. Хрум-хрум-хрум-хрум. Угу. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Там у него нехилые такие вообще. Клыки. Угу. Клыки у кого? У Мартина? Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Сейчас всем захочется морковки. Ну, так аппетитно, да? Ну. Аппетитно это кушать. Кушать это аппетитно так. Тут насрал, пошел наверх срать. Гадить. Он, главное, не все съедает. Он только в серединку. Он подберет. Края убирает. Ему когда целиком даешь, он, в принципе, ее тоже вот так вот теребенькает, потом доедает. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мартин, вкусно, да? Не обезьяна, это какая-то ржака. Мартин, вкусненько. Ой, ням-ням-ням-ням-ням. Сетка мелкая, не могу попасть. Алёсенький такой. Мартюшка. Мартюшенька-душенька. Мальчик осваивается.
какой-то такой становится мягче. Уже не так обращает внимание на людей. Так, это. Угу. Да, он меня не обращал особо. Но он как кидался все равно. Так, ругался. Часто на решетку. Сейчас не так уже. Меньше. Все, доел, да? Угу, доел, накидал. Он в щеки складывает себе. Он раньше сказал, в щеки накладывает. Угу. Достает, говорит. Наложит, наложит. Господи. Думаете, от чего у Мартина жопка рыжая? От морковки. Морковь. Оранжевая такая, ну как морковка. Мортюська. Мортюська. Кератина много у Мартина, поэтому попа и порыжела. Каротина, ну. Кератина. Жопки тебе скажи, вот ты и дурилка. Мартюшка. Ксенку ждет, да? Ксенку ждешь, скажи. Да. Сейчас приедет, Оксана сказала. Ты звонила? Написала ей, ну. Сейчас она сказала. Так, пошлите, пока к Атосу сходим. Пусть этот свою морковку догрызает. Сын моя сидит. Сиди здесь, мась. Сейчас придем. Это кто жжет сандаловые свечи? Это ладан. Ладан, ну. Короче, надо включить. Ну, там ладан. Ой, кто это такой? Кто это такой там лизит красивый? Кто такой хорошенький? Кто такой плегозенький? Кто это? Вот так вот здесь пробуем. Ай, Тося. Вот он, Тося. Тосенька. Тосик, Тосик, красивенький носик. На сенке хорошо, когда? На постельке, хорошо. Да. Видишь, мы его там закупорили, нет такого, сквозняка нет такого. Получше стало. Завтра Тося. Будет уже тепло, Тоська нагулять будет завтра. Да. Завтра Тося весна. Соломинка лежит. Ну. Тоська. Лежит, кот смотрит. Какие мы хорошие. Дядя, боже мой, дядя, что такое за кот такой? Тося, ау! Такой кот, такой красивый. Рычит, Тося. Нет, это он... Мы когда урчит. Когда мы спрашиваем, он говорит, он так это мурлыкает. Он тоже как будто бы рычал, казалось так. Угу. А он говорит, он мурлычет просто по-другому. Он мурлычет, а он мурлычет. А он говорит, по-разному мурлычет. Где? Тося. Ау. Ау. Это он мурлыкает, говорит, так тоже. Просто непротяжно. Тосенька, а Тосик, Тима хороший, красивый, точеный наш мальчик. Красавчик, Тося, Атос. У тебя соломинка. Атос. На голове. Атосик, кот. Такой красивый кот. Скажи, что тетки прицепились ко мне? Он любит внимание тоже. Он просто... Сейчас он час у детей лежит. Отдыхает. Да, Тося? Балю, балюшки, балю. Спит котенок на краю. На соломочке своей. Балю, балюшки, скорей. Да. Задумался, думает, ни хрена себе тетка, блин, стихи на ходу. Задумался. Рассказывает про меня. Атосик. Атос. Атос. Атоська. Ау. Вот. Ау. Ау. Атоська. Ау. Отвечает, как будто бы. Ау! Ау! Тихо, Тима, хвалюсь. Хвалюсь, Тима. Ау! Скажи, вот дура, 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 да? Ау!
Тося. Мяу. Мяу. Же нашла, чем удивить у меня вон кошки за стеной. Ну. Кажется, с утра до вечера мявкают. Так. Чё, Тося, мы пошли, сходим к этим...